Ну, что пожелать Люксембургской публике? На мой взгляд, вы, в общем-то, все имеете. И здесь и климат хороший, и страна чудесная. Вот, очень большая, интересная история. Значит, теплого лета вам. Вот, хороших, приятных впечатлений. Что еще? Сотрудничество с Россией побольше. Да, в области космических исследований, поскольку есть вот многие люксембургцы, мне говорили, что много коммерческих компаний, которые заинтересованы в космических исследованиях, в исследованиях астероидов. Я имею в виду даже пусть не какие-то инженерные компании, но те, кто могут финансировать подобные проекты. Поэтому я пожелал бы успешного бизнеса.